Эй, Хорёк, доктор приехал. Попрошу называть меня мистер Хорёк. Ладно, мистер Хорёк, так ты видел, что произошло? О, с большим страшным медведем вы спрашиваете, видел ли я. Ты что-то видел или нет? Ладно, скажу вам прямо, дадите мне полдюжины яиц, я расскажу вам то, что хотите знать. Ну ты, Хорёк. О, спасибо.